Зажегся. Ошибка, не подключено. Ну понятно. Ну захотелось же, знаете. В общем, все надо. Я люблю все попробовать, конечно. Желательно не спать. С вами компания Электромотор. Нас сегодня трое. Я, Света и Надя. Надя, скажи хотя бы одно слово. Здравствуйте всем. Значит, мы сегодня снимаем зарядное, пускозарядное. Пускозарядное, правильно, Свет? Да, пускозарядное устройство ГИС. Ставьте он 480E. Вот перед вами микропроцессорный. И попроще моделька Deca Class Booster 400E. В общем, и то желтенькое, но вот это почему-то в два раза дешевле. Это два Италия, раза... это Франция. Почему Франция в два раза дороже? Куча давайте разбираться. Электроники. Давайте. Так, что здесь есть? Надь, давай поближе. В общем, большой плюс, насколько я понимаю, что вот эта вещь не спалит ваш грузовичок. Можно накидывать сразу на батарею, которая стоит прямо на машине. Автоматически определит, что за батарея. Автоматически определит уровень ее состояния. При необходимости за время само может включиться, восстановить, провести функцию десульфатации. Еще самое крутое, что она может, если полностью разрядилась батарея, да? Да, она может от 1 ампера, если у вас практически полностью разряжен аккумулятор, то есть от 1 ампера она уже работает. У Deca там, если я не ошибаюсь, от 10 или от 20 ампер, надо смотреть по технической. Может, 1 вольта? Ампера. Ампера, ладно. Так, да. Смотрите, давайте посмотрим по конструкции. То есть это и зарядное, это и пускозарядное устройство. Под пускозарядку отдельно, видите, вот есть выходы под массу. Может зарядать как 12, так и 24 вольтовые, но в принципе пару. Крокодилы идут в комплекте. Я хотел сказать, что крокодилы стоят справа. Извините. Так, у ГИСа большой модельный ряд. Я вам люблю по каталогу, это моя... Люблю читать, не дочитался, не доучился. То есть... В зависимости от пускового тока различает 40, 45, 50 ампер, 60, 60 ампер. Но это, я понимаю, ток заряда. И вот куча функций, которые есть. То есть есть в модельном ряду 480, вот мы его смотрим, есть 680, 980 и вообще какие-то самолеты. Мы ручечку не ставили, колесики не прикручивали. А Deca, Свет, что Deca, скажи мне? Deca я только что посмотрела, от 35 ампер часов может заряжать и работать с аккумуляторами, а ГИС, как я уже говорила, от 1 ампер часа, то есть тоже очень классно. Что Deca? Deca, здесь пусковой ток 400 ампер, вообще это топ продаж по пускозарядкам, если вам нужно для газели, для маршруток, там стоит 2 190 аккумулятора, вот как раз Deca 400E это идеальный вариант, потому что здесь тянет 2 190 аккумулятора, если вы их подключаете последовательно. Также идет в комплекте здесь крокодилы, шнур, амперметр, ну, в принципе, простая моделька, абсолютно здесь нет никакой электроники, сразу скажу, то есть это как трансформаторного типа, включил-выключил, зарядка, пускозарядка, минимум-максимум, то есть ток вы можете менять либо минимум, либо максимум режимами, просто так выставить четко 20-30 ампер вы не можете, либо быстрая, либо медленная зарядка. 12-24 вольта, ну, качественная, хорошая, итальянская, но стоит также она и дешевле в разы, чем Startium 480 Ешка, который практически весь идет микропроцессорный, напичканный электроникой, и также он, ну, реально классного качества. Да, вот видите, я еще тоже, пока Свет рассказывал, начал читать, но тут есть то, что по функции чардж-зарядки, что по функции старта. Так вот, у них автоматическая зарядка, то есть ты накинул, и она сразу в автоматическом режиме начинает работать. Точно так же автоматический старт. То есть, если в Deca там есть такой вот а-ля прикуриватель, кнопочка, которую надо, то есть, заводишь и еще нажимаешь. Но это в больших зарядках там есть дистанционный старт. Да-да-да. То здесь она просто ты накинул, и она сработала. Плюс вот такое вот окошечко. Глубоко не разбираюсь, но, насколько я понимаю, это четкий предохранитель и еще и внутренний. То есть выполнен в виде такой платы. И в случае, если идет перегрузка потоку, то он... Здесь он открытый, то есть вы все видите, у Deca он закрытый. То есть вот
Ну, знаете, та же самая тут сгорело, функция. Ты его да. увидел. Что ты, четко видно. Очень большой, видите, еще есть у нас есть. Менюшка. Менюшка, токи показывает. Вольты, время, я так понимаю, процент зарядки. Ну, инструкция читать будь здоров, можно почитать. Так, на колесиках, давайте достанем инструкцию, катарок нам посмотрели. Это дека, мы достали. Это дека? Да, зарядку дека достали. Да, достал деку, а что ж, хочу ГИС. Свет, что лучше продается, скажи? Продается одинаково хорошо и дека, класс бустера, ну, в принципе, дека берется больше, потому что она более бюджетная для маршруток, для всего, то есть, как бы, ну, для старых машин, можно так сказать, которые не напичканы электроникой. Но сейчас также берут салоны дорогих машин, и вот классно берут ГИСы, Стартиум, потому что это зарядка, где не нужно думать мозгами, можно так сказать, здесь все есть внутри, ты просто подключил, и она все сделает. Я бы сказал, так, это зарядка, когда ваш сотрудник не спалит чужой Мерседес. Автомобиль, ну, может так, быть. Инструкция по ГИСу на русском языке, полностью по мануал по подключению. Вот для 480 стартовые все показатели по зарядке. То есть рассказывать инструкцию не будем. Как выглядит? То и то металл, очень тяжелый. Сколько весит, Свет? Ну, я думаю. Не знаю, нужно посмотреть по техническим. Ну, килограмм, наверное, 70. Слава богу, я не поднимаю. Может, включить его? Что, если включить? Давайте включим. Свет, давай ты что-то еще порассказывай, чтобы включить. Что это? Я не сильно читал инструкцию. Я думаю, нет смысла его включать, но смотрите, значит, напоминаю. Ну, спалим так спалим. Ну да. Стартиум и двадцаточка, да, стоит? Да, вся продукция ГИС — это чистая Франция. Где-то здесь, если я не ошибаюсь, вот здесь вот, да, написано Made in France. То есть это не так. Китайский. Крокодилы не замыкаются в нем? Нет. Я отойду. И что? Да не бойся, Свет. Ну, конечно. В рабочее время нужно не бояться на работе. Так, сейчас включаем. Кнопочка горит. Ты посмотри, как красиво все. Ну вот, все. Да, все помигало, цифры показал. Нужен аккумулятор тебе. Ну. Я так понимаю, что если мы накинем, значит, вот аккумуляторы 20, 40, 60 ампер. Плюс 130. Это диапазон, наверное. 600 ампер. 450 ампер, весь 30 ампер, 80 ампер. То есть от 80... Тестирует автоматом. Да. И показывают, где... показывают четко емкость, показывают, если надо десульфататься, таймер, гелевый, либо определяет AGM. И тут, я так понимаю, можно выставлять 12-24 вольта, и удовольствие такой сжегся. Ошибка, не подключено. Ну, понятно. Ну, захотелось же, знаете... В общем, все надо. Я люблю все попробовать, конечно. Желательно не спалить. Ну, остается, можно сделать. Да, ты, если такую запустить Тойоту, то можно это вот ее на как КамАЗ полезет. Так, давайте резюмировать. Техника какое? Это берут больше универсально, это чисто запустить троллейбус. Не, это пускозарядка, в принципе, ну как троллейбус. Для маршрута, для всего, то есть это неубиваемая зарядка. Плюс здесь большое то, что здесь нет электроники. То есть если какие-то короткие замыкания или что-то, она работает здесь. Ну здесь точно защита от искр, я читал, защита... Здесь все есть, да. То есть просто это можно прямо на машине. Это новое поколение прямо на машине. Здесь аккумуляторы нужно снимать однозначно. Ну, а я тебе скажу, они же тяжеленькие, эти аккумуляторы. Было, как-то мы продали машину этих аккумуляторов, неделю спина болела. Да. Через офис человек захотел. Это вот. Дека — это Италия чистая, сразу скажу. То есть это никакая не подделка, как многие говорят, почему там ни у кого нет, у нас есть. Да, в компании Электромотор есть дека сейчас 400 и другие модельки. И это чистая Италия. То есть... Вы купили на склад. Да, выкупили на склад, и также у нас есть ГИСы, которые чистая Франция. Поэтому это не подделка, это классного качества. Также у нас есть Форте, подешевле варианты, и сразу скажу, чуть заниженные характеристики там идут, но там и ниже цена. Но они тоже рабочие. Есть Вулканы, ну, в принципе, много чего есть у нас на сайте. Друзья, вводите промокод АКУМ2020, на все зарядки, аккумуляторы, будет вам дополнительный бонус.
Пишите в Viber, если хотите пообщаться по цене. Техника дорогая, там можно пообщаться, что найти. Viber будет Светлана, всегда можно. Она лично будет с каждым из вас работать. Так, что еще? Все в наличии есть, все официальное, все, отправку стараемся делать в этот же день. Гарантия сколько? На деку? Три, по-моему, было, да? На деку? Не-не-не, все по году. Гарантия все по году, но в принципе, честно сказать, на всю профессиональную технику дается гарантия год, но работает она абсолютно не ломается. Поэтому в сервисные центры практически никто не обращается. И может быть, какой-то предохранитель где-то полетел, ну как бы это... Предохранитель можно поменять. Да, предохранитель поменять, но по самому оборудованию дека и ГИС, честно сказать, когда звонят, посоветуйте, то либо дека, либо ГИС здесь и советовать не страшно, и четко знаешь, что выполняется. Если есть деньги, вы покупаете дороже. Если нет денег прикупать дешевле, то вплоть до достать какую-то маленькую форту. Знаете, покажи, вон, еще у нас, в принципе, на сравнение была задумка показать форты. Ну, мы их пока не запаковали. Ну, когда тяжелые. Да. А но они тоже хорошие, тоже есть пусковые 400-е, есть 620-е пусковозарядки, 120-ки, поэтому как бы... Они тоже есть, они, да, дешевле вариант, но они тоже продаются. Ну, работают, конечно, чуть меньше времени, когда купил деку либо ГИС. По вопросам покупки обращайтесь в нашу компанию, пишите на Viber, пишите в комментарии видео. Друзья, промокод АКУМ2020 работает. Сейчас у нас там было две продажи, что-то не смог ввести промокод, позвонил лично Свете. Я лично проверил. Промокод работает. Хотите позвонить? Позвоните. Хотите написать? Напишите. Если не работает вдруг промокод, иногда... Работает, я вот лично проверил. Хорошо. Все равно оформляйте заказ, наши менеджера вам перезвонят, и мы договоримся с вами. Почему промокоды? Потому что цены стоят рекомендованные розничные, одинаковые у всех торговцев. То есть, если хотите выгоднее, не ищите в интернете. Просто поймите, они у всех одинаковые. Это требование импортера. В общем, всех ждем в компании Электровато. Сегодня пятница, вот это... Завершающий. Ой, сегодня суббота. Сегодня отработка субботы, да. Сегодня отработка в пятницу, в субботу. Ну, какая разница. Мы уже вообще заговариваем. Звоните к нам, оформляйте заказы на нашем сайте. Все, пошли все. Давай, выключай, Надежда, выключай, пошли.